Кухня ЖКХ. Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин, моя собеседница Татьяна Пушкарева, руководитель управляющей компании «Территория комфорта». Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Почему в взаимодействии с жителями очень важна их активность и инициативность? Какого рода активность имеется в виду и какие возможности есть у собственников преобразить пространство вокруг дома и внутри дома? Я всегда буду за активные дома, за активную позицию граждан в работе с управляющей компанией, потому что когда есть активный совет дома, гораздо легче решать вопросы по текущему ремонту. Какие-то текущие моменты проведения даже каких-то мероприятий. Бывает такое, что дома просят провести какие-то мероприятия. Когда не один человек пытается принять решение за весь дом и тянет на себе весь дом или чисто управляющая компания, а именно, когда актив дома, с ним можно обсуждать, принимать, что это нам более сейчас важно, или это имеет для нас сейчас более первостепенное значение. Да? Если вы увидели, что у вас в подъезде перегорела лампочка, если вы заметили какую-то неисправность, позвоните, сделайте заявку, несмотря на то, что это не ваша квартира, но это общее имущество дома, которым собственники также владеют, да, несут за это тоже определенную ответственность. Управляющая компания вашу заявку примет, отреагирует на нее. Но активность граждан – это ведь не только текущее содержание дома. Можно при активной позиции граждан участвовать в различных программах. Какие сейчас существуют? Сейчас, напомню, на данный момент, в этом году, мы с собственниками труда 80, с нашими первенцами, грубо так говоря, да, мы приняли участие в ППМИ. Да, это было тяжело. Мы оказали посильную помощь, от нас все зависящее сделали для того, чтобы наш дом, дворовую территорию привести в надлежащее состояние. Взаимодействуем с фондом. У нас на этот год уже заключен договор с фондом капремонта. Да, по этому дому у нас заключен контракт у фонда капитального ремонта на проведение капитального ремонта кровли, фасада, фундамента. И если нам посчастливится, и наши труды по ППМИ были не напрасными, то в следующем 2024 году мы приведем и дом, и придомовую территорию в порядок. У нас останется только инженерные сети и подъезды. Это было бы очень прекрасно, и я думаю, что собственники нас поддерживают. Очень всегда приятно, когда они заходят к нам в офис и говорят, как хорошо, что вы у нас есть, там, спасибо вам за то, что вы делаете, да. Всегда это очень приятно и радостно слышать. Мы всегда их рады видеть у себя в офисе и слышать, с чем бы они к нам ни обращались. В общем, резюмируя то, о чем мы поговорили, под лежачий камень вода не течет, как известно, да, и проявление активности, оно напрямую связано с результатом, который затем можно получить. Напомним, да, куда можно прийти, обратиться, позвонить. Прийти к нам вы сможете в офис по адресу труда 80А, помещение 1002, позвонить по телефону 43-72-72, обратиться через официальную группу ВКонтакте или через адрес электронной почты, который указан на ГИЖКХ и на сайте, и также через сайт кнопочку «Обратная связь». Спасибо, Татьяна Пушкарева, руководитель управляющей компании «Территория комфорта». Кухня ЖКХ.